В Ульяновске полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Им оказался мужчина 1987 года рождения. В областном центре он наладил сбыт крупных партий наркотических средств мефедрон и гашиш. Бесконтактным способом мужчина заказывал по интернету запрещенные вещества, забирал их через так называемые закладки, а дальше фасовал крупные веса на мелкие партии, чтобы перепродать. В сутки злоумышленнику удавалось сбыть до 30 разовых доз наркотиков. Оперативники наркоконтроля пересиловой поддержки бойцов «ГРОМ» УНК УМВД России по Ульяновской области задержали подозреваемого в противоправной деятельности с поличным в Ленинском районе областного центра. В ходе осмотра транспортного средства полицейские изъяли около 100 граммов наркотического средства гашиш. По месту жительства задержанного изъято около 80 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В соответствии с действующим законодательством, сбыт наркотических веществ в крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. Анна Тищенко, Улправда ТВ.